Всем привет! У меня сегодня опять манты, но манты с картошкой. Вот. Мы уже поужинали, вот два листа мы съели, вот пустые. И я хотела показать, какие мантышки мы сегодня сделали. Я, значит, у меня жирное мясо, вот, и, в общем, как таково манты просто с мясом не получилось сделать, потому что очень жирно. И мы добавили вот картошечку. И вот такие они в разрезе я разрезала. Ну, тоже такие вот неплохие, красивенькие. Тесто у меня сегодня без яиц, потому что у меня яйца дома кончились, а купить я не купила. Вот, ну вот такие вот мантышечки у нас сегодня. У нас новый маникюр. Вот такой голубенький. Красивый. Вот. С блёстками по краю. Их не видно. А это мой маникюр. Вот такой красненький. Такой вот красивый. Меня можешь снять. Вот я делаю перчатки, чтобы не повредить свой маникюр. Они мне, правда, уже вот порвались. Вот я так вот сначала намыливаю все. А потом мою, потому что у нас бойлер маленький, и воды не хватает, чтобы все сразу вымыть, чтобы постоянно текла вода горячая. Так, вот эти вот я собираю для растишек. Дочь моя, мы сегодня перемыли воду. Вот ужин готовили. А после ужина вот у нас опять столько посуды в море. Вот. Сейчас хочу все помыть, чтобы... Ой, скользко. Завтра. Какой скользкий. Ой, это посмотри. У нас таблеток нету на машинку. Но посуду моющую. Выходит вот так мыть руками. Вот. Ну вот сейчас полосну, потом буду чашки мыть. Эту доску нам уже надо выкидывать, она уже не отмывается. Перевернуть другой стороной. А тут тоже уже, вон, видишь, что? Ее уже надо выкидывать. Ну, все. Да. Ну, вот я перемыла посуду. И хочу сейчас, значит... Не, я не домыла посуду. У меня осталась еще грязная посуда, потому что в бойлере кончилась горячая вода. Сейчас нагреется. Я сейчас покажу свой бойлер. Ну, так как у меня... Мне вот крупы муж купил, принес. Вот. И, в общем, я хочу рассыпать их по вот этим по контейнерам. И у меня вот всего таких три контейнера. Здесь вот лежит это горох. Здесь маш. Здесь пустой. Сейчас что-нибудь сюда высыплю. Вот. А сюда гречку высыплю. У меня контейнеров таких мало. Все хотела купить, никак не купила. И я решила, значит, баллоны высыпать. Потому что в мешочках неудобно. Даже не знаю, как сюда подобраться. Вот это наш бойлер. Это на 15 литров здесь. Вот. Ну, в общем, он стоит под раковиной. Вот так, потому что, ну, старый дом, старая кухня, мы строимся. И, в общем, ну, скоро будет в новом доме это все, новой кухне. Последний пик моды, мой кухонный гарнитур на данный момент. Ну, вот я сложила все крупы в баллоны, в
контейнеры. Вот эти мне пока складывать некуда. На этом я прощаюсь. Всем пока-пока.